Доброго времени бытия! Это снова вы. Это снова я. Мерзость. 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 Это реально единственное, что приходит на ум. Это мои единственные ассоциации с текущей современной, так сказать, социальностью. Или социальной реальностью. Если раньше, допустим, когда я был младше, у меня бывало, как бы, ну, я ненавидел людишек, бывало просто раздражали, бывало просто как бы было, ну, в большинстве случаев пофиг, как и сейчас. Но вот последние годы становится реально мерзко, реально мерзко. Хотел спросить, смотря твое интервью с Марпл, действительно ли ты привык быть несоциальным? Да? Наверняка много людей могли бы общаться с тобой. Да я сам, ну, блин, такая фраза, наверняка много людей могли бы общаться со мной, наверняка много людей могли бы общаться друг с другом, да, я не знаю, да, почему нет. Это не то, чтобы мне сложно общаться, просто, ну, во-первых, я на стримах постоянно разговариваю, вот даже сейчас я с тобой разговариваю, вот, типа мы общаемся, да. Я устаю от банально, ну, разговоров, открывать рот, разговаривать, какие-то что-то обсуждать. Да и в целом, я никогда не любил, мне никогда не было прям вот интересно что-то с кем-то обсудить. Проблема в том, что я не умею отдыхать, когда кто-то рядом есть. Мне мешают люди отдыхать. То есть я не могу общаться и отдыхать, это невозможно. Я отдыхаю только когда я, ну, типа, реально сам вот отдыхаю. Меня напрягают, то есть люди как бы... Я от этого быстро устаю. Вот особенно именно от IRL общения я реально быстро устаю, прям вообще пиздец быстро. Мне достаточно с кем-то пообщаться, там где-то час или полтора, и меня это реально вот уже напрягает. Я чувствую утомляемость от этого. От общения с кем-то вот, утомляемость накапливается. Это не мое, мне это не интересно. Люди смотрят на жизнь других людей, живут не своей жизнью, а следят за жизнью других людей. Там смотрят всякий контент, допустим, в Инстаграме, там челик выставляет, ну, как у него все пиздато, там, не знаю, в обществе каких-то суперкрасивых телочек, или та же самая девка смотрит, как другая девка в Инстаграме зарабатывает, там, овер дохуя, показывает свои суперкрасивые фотки и смотрит на это, депрессует, там, смотрит на ее фотки, там, не знаю, на каком-то отдыхе, хотя все только будут выкладывать всякие там самые пиздатые фото, и когда они там, типа, на плюс морали, когда у них все хорошо, никто не будет показывать там свою депрессию или негатив. Возможность, ну, вся эта глобализация, интернеты, то есть возможность там с любым челом поговорить или куда там, не знаю, даже поехать при желании в любое место. Все увидеть, грубо говоря, у себя из дому. То есть даже если ты, не знаю, в каком-то подвале живешь, ты можешь с телефона, грубо говоря, все увидеть, что в мире происходит, абсолютно все. Вот это вот очень сильно влияет. Раньше, допустим, не было интернета, не было соцсетей, нихуя не было. То есть челики не знали, по какому поводу депрессировать. То есть вот их мир. АОЕ мира 1 километр, допустим, АОЕшка мира, 1 км. Ты всю жизнь в этом мире живешь. Челики, ну, не знали, что там вне этого всего. А сейчас, когда, повторюсь, интернет и соцсети и прочее, и все челы видят, как там другие живут, и постоянно все хотят жизнь других. Никто не хочет или не может быть самим собой. Ну, большинство людей просто не способны быть самими собой, потому что они ничего из себя не представляют. Почему так важно, когда на тебя не насрать? Почему это важно? Вот. Раньше люди мечтали просто стать, когда-то очень давно, в эпоху моего детства, люди просто мечтали стать, как бы, скажем так, хорошим работником своей профессии. Хорошо делать, да, вот свою работу. А сейчас что мечтают? Сейчас мечтают, как бы, ну, сейчас мечтают ничего не делать, правильно? То есть, но при этом, будучи никем, будучи абсолютно неинтересным, быть интересным при этом и известным. Будучи таким, как все, быть не таким, как все. А, знаете, об этом я много раз разговаривал. То есть быть не таким, как все, и при этом быть своим, быть таким, как все. И при этом, опять же, не таким, как все. Сколько людей из тех, кто меня смотрит, или тех, кто меня знает, просто существует? Я не спрашиваю про жизнь, потому что понятно, что живут там вообще единицы. Каждый день просмотр чужих инстаграмов, стримов, чего угодно, обсуждение чужой жизни, переписки о чужой жизни.
хайп на чужой жизни. Вау. Какой же, какой же мерзкий мир. Какая же мерзость. Как же невероятно мерзко. Вау.